Я с вами, Алина, и сегодня буду снимать фильм про... не фильм, а видео в онлайн. Это игра про волков. То есть тут качают люди эту игру. И играют по сети. Тут сейчас реклама, я сейчас пропущу. Тут вы выбираете волков, тут есть три категории, они все враги. Вот горные волки, снежные волки, ну и дикие волки, конечно же. Мне дикие не нравятся, вот горные самые такие сильные, поэтому вот я выберу ее. Меня зовут, вот такое вот у меня имя. Твоя маленькая. Сейчас загрузится, я вам покажу, как мне играть. Я долго играть не буду, так как, в общем, вам, я думаю, будет интереснее самим поиграть, чем смотреть, как играют тут. Итак, вот я появилась в мире. На карте есть зеленые такие звездочки, это мои друзья. И красные, то есть враги. Вот слона убили, и я лучше пойду в другую карту. Мне нравится там, где дикие волки живут. Они для меня слабые. И там я набираю больше очков, чтобы набрать себе звезд. Чтобы для того... Звезды нужны для того, чтобы расти все больше и больше. Если попадется большой волк, попадутся большие волки, я вам, конечно же, покажу. О! Вот и мой враг. Мы здесь, шит враг. Вот он очень... Я его убила. Отцепись мне. Ого. Так, там огромный, просто гигантский скелет. Извините, похоже... что я тут одна. И никто мне не поможет. Переместимся в другую, в такое место на карте. Так. Так, я и говорила, тут одни чужие. Вот есть медведь, я его сейчас убью, он немножко глючит. Я не понимаю, почему он от меня убегает, он бы начал нападать, он исчез. Ну, сейчас я помогу своему собрату убить этого крокодила. Нам почти удалось это сделать. Ой, тут слишком много. Я лучше куда-нибудь перемещусь. Убейте меня. Помогите! Тут вот есть чат. Да. Вот тут можно качать волка. Угу. Сейчас подходим, потом я попробую. Итак, тут можно попасть в снежную страну. Там, где гиганты. Там, где свирепые всякие хищники. Еще есть лава. Там просто огромный дракон. Мне еще никогда не удавалось его победить. Но сейчас я все-таки это пытаюсь сделать. Вон он летает, вы как раз его видите. Я очень хочу, чтобы он сейчас приземлился, чтобы попасть его. Вот он. Похоже, что он хочет меня убить. Не понимаю, зачем
меня убили. Так вот, это был мой обзор на игру Online Wolves. И я надеюсь, что буду снимать еще много фильмов, обзоров. В следующем моем видео я покажу вам свой взломанный игру Sims. И чуть-чуть в ней поиграю. Так сказать, покажу. С вами была Алина. Всем пока. Мы еще увидимся. Ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал.